много ребят, много героев харьковчан, которые борются и боролись в зоне антитеррористической операции. Много выпускников и много личного состава университета внутренних дел. Это большие герои. И они действительно доказывают своими действиями и делами, что Украина – это свободное, независимое государство. И мы никому не позволим вместе сломить Украину. Сьогодні свято День Гідності та Свободи, яке започатковане указом президента України Петра Порошенка. Курсанти, які стоять сьогодні в строю, зробили вибір. Вибір служби українському народу. Ми не вибираємо батьківщину, не вибираємо батьків, мову, на якій спілкуємось, але право вибору в нас залишається, і це вибір служіння народу України. Украина – безальтернативный путь, это европейские демократические ценности, это свобода, достоинство и честь. Что делается непосредственно в безопасности в эти дни? Да, делается очень много сегодня. Более 1500 правоохранителей на службе, что касается Министерства внутренних дел. Безусловно, задействованы подразделения МЧС, задействованы подразделения службы безопасности, все приведено в боевую готовность. Есть определенные спецподразделения, которые сейчас находятся на территории Харьковской области.